Интересно, здесь будут отсылки к Final Fantasy и всяким JRPG? Или к какому-нибудь Zelda Scrolls? А, девочка! Девочку почему выбросили? Что ты тут делаешь? Ты с ума сошел? Здесь вот-вот начнутся боевые действия. Эми. Ее зовут Эми. Почему он назвал ее мальчиком только что? Да уж, ладно. Иди и спрячься в часовой башне. Теперь наша жизнь зависит от способности проводнику. Ну вот, Райс, вот они и пришли. Так, потом нам придется явно спасать эту Эми. Кто? А, забыл сменить режим стрельбы. Что происходит? Этот... Ой-ой-ой! Почему экран не сдвигался? Вы видели? Пожалуйста, сдвинься экран. Я умер не из-за врагов, а из-за экрана. Или мне придется... А, мне надо сдерживать волны врагов. Так, это сложно. Я промахнулся больше, чем надо. Мне надо быстро уничтожить дронов, чтобы переключить режим оружия и уничтожить вот того солдафона. Так, надо не промахиваться. Ладно, я теперь не успел забежать за ограду. Ой, а зачем я уничтожил эту бочку? Она же предназначалась, чтобы солдафона убить. Так, все заново. Бочку не трогаем. Я хотел сказать, я выжил, но здесь еще много кого надо убить. Да что, я не успел. Вот это сложно. И все заново. Обязательно надо вот этого убить, нижнего. Подождите, а может надо электрические заряды? Да. Это все? Это все? Это не все. Я думал, меня защитит ограда. И что, сначала? О, нет.
А вот сейчас создатели просто издеваются. Не обязательно было начинать сначала. Меня попали. Но это я уже чудом выжил. Таких чудес не должно случаться. Так, что сейчас будет? Надо вспомнить. Потому что без подготовки я не смогу выжить. Ах! Сказал я и тут же провалил операцию. Нет! Я уничтожил только половину пуль. Так, приготовились. Сейчас делаем все правильно. Во-первых, бочка, ее не надо убивать. Бочка должна жить. Здесь надо больше их уничтожить. Пора взрывать бочку. Откуда они поналетели? Что столько было, так много? Так, сейчас этот, потом будет электрический, да? Меня по... Да что ж такое? Бедная Эми, она на это все смотрит. Представляете, мальчика разорвало на ее глазах. Надо понять, что укрытие меня не защищает. Я не знаю почему, но очень часто просто не защищает. А сейчас я не знаю почему, но бочка взорвалась. То есть я не обратил на это внимания. Наверняка можно пересмотреть и понять. Можно заново тогда. Давайте заново. Ябадабаду, убивайте меня. Я взорвал бочку. Но я хотел посмотреть, что будет, если вот эта бомба упадет. Зачем я выпрыгнул из укрытия? Потому что я не чувствую себя за ним, как за каменной стеной, хотя это и есть каменная стена. И когда ко мне много пуль подбираются, я пытаюсь как-то убить пули, а не спрятаться от них. Что, в принципе, правильно, но... Теперь я понимаю, насколько важны патроны дополнительные, которые собираются в виде бонусов. Не заметил, наверное, пулю. Мне все хуже и хуже получается. А, надо как-то поднажать, я так вообще не пройду.
Ну и ладно. Почему бочка постоянно взрывается? Я что, не замечаю и уничтожаю ее? Если так, то... моя вина. Слишком много пуль было. Можно мне вернуться к первым моим попыткам? Они как-то были поудачнее. Не думайте, что здесь стрелять так легко. О, господи. Здесь управление не идеальное. Здесь надо постоянно зажимать правую кнопку, чтобы он... достал пистолет и держал его как бы наготове. Да-да, я уже начинаю искать оправдание. Я давно сюда не доходил, поэтому не помню, что здесь делать. Да что, ну, я же нажимал кнопку F. Я нажимал кнопку F, но, видимо, надо сначала, чтобы он прошла анимация, когда он прячет оружие в карман, а потом можно только нажимать кнопку F. Я должен был потратить здесь немного здоровья, потому что иначе бы все было плохо. Там просто бомба летела, она бы меня убила. Сейчас будет катиться это колесо, да? Да. Ой, я надеюсь, это последние роботы. Ты ж... надо было уходить из укрытия. Они просто издеваются, и сейчас все сначала будет. Надо очень быстро убивать тех роботов. Я с ними страшно затянул. А потом убегать из укрытия, потому что вот эти мелкие прибегают. О, как я их уничтожил быстренько.
Так зачем я высунулся из укрытия? Я сейчас потерял жизнь ни за что. Так, колесо. Потом надо быстро прятаться. Ох, это... Ах. Это видно последние противники, но... Господи, какие они сложные на вот таком ландшафте. Во-первых, их не видно. Во-вторых, в них не попадешь. Как? Я был за укрытием. Это самая сложная часть игры. Не знаю, что там в конце, но... Так, я чудом убил этого солдафона. Мне даже дали справиться с остальными. Фух, это чудо, что я выжил. Но я жив, поэтому надо сосредоточиться и убить всех. Да. Как здесь пройти? Они закидывают меня пулями, у меня нету окон, чтобы их убить. Тут надо на скорость убивать их как можно быстрее, как только они вылетают. Но вот эти мелкие, они вылетают, и они... Даже не знаю, как описать, но... Но я забыл зайти за укрытие. Они вот летают очень быстро, так что за ними не уследишь. И если еще один вот этот корабль, который за щитом остается, это все. Да, здесь нету самонаведения, как в Call of Duty. Очень жаль. Когда вылетает вот этот корабль, надо, наверное, на скорость именно корабль убивать. Потому что я потом не успею вот эти
дронов со щитом убить. Я не знал, вылезать мне или нет. Дело в том, что я не знаю, сколько пуль нужно, чтобы мое укрытие не сработало. Поэтому мне в большинстве случаев лучше... Ну, например, в этом случае мне лучше погибнуть. А в большинстве случаев мне лучше высунуться из укрытия и расстрелять пули, которые в меня летят. Ладно, мне мир нужно спасти. Поэтому не сдаваться. Как они виляют. Колесо. Я не смог. Вы видите, я уже вот в этих мелких попадаю. Я в них попадаю. А они куда-то улетают. И вроде как выстрел проходит. То есть они настолько бронированные, что в них надо выпустить больше снарядов, чем в обычных больших дронов. Вот в этих мелких это самые опасные враги в игре. Помните того босса? Так вот эти намного опаснее. Здесь я просто уже... Здесь я уже занервничал только что. Я не знаю, сколько мне попыток понадобится. Вот я уже слил только что. Убивайте меня. Прям головой я... Бомбу. Может... Да нет, другие... Что только что было? Вот это... Я не дергал мышку. Вот у меня мышка стоит там, где надо. Сейчас она там же и осталась. Что только что было? Пуля просто решила куда-то улететь в воздух наверх и попасть вот в эту... Вот этот трос, который держит цистерну. Эми, кстати, тоже должна была погибнуть от такого взрыва. Бедная Эми. Я должен защитить ее. Вот это называется скачок в сложности.
когда вся игра более-менее легкая, и есть какой-то участок, который, ну, проходится гораздо сложнее, чем вся остальная игра. Кстати, вот эта бомба, она спускается на парашюте. Я только что заметил, что можно сбить сам парашют. И тогда бомба все равно взорвется, ударится о землю и взорвет героя. Я высунулся раньше времени. Там последняя пуля должна была разбиться о барьер, но я поспешил буквально на миллисекунду. Подождите, давайте сосредоточимся, выпьем немного чаю. Поймем, что нам осталось убить только двух врагов, и все это закончится. Опять чуть-чуть эта пуля в трос не попала. Прицел так легко потерять из виду. Тем более они выбрали декорации для этого боя. Очень цветастые и сложно в них разглядеть бывает то, что тебе надо. Сейчас будут маленькие. Ну, это жесть. Они подлетают и сразу же в меня палят. Я не знаю, это... Во-первых, надо уничтожить обоих дронов за щитами. Во-вторых, надо уже готовить прицел в то место, куда подлетят мелкие. Настолько надо натренироваться. Да что ж такое, у меня упала цистерна. Вау. Я уничтожил и солдафона, и бомбу. Вот что значит просидеть 40 минут на одном месте. Катись, колесо, катись. Здесь надо уже переключаться на энергетические патроны. Вот на этой стадии я уже должен уничтожить материнский корабль.
Ну все, вот я уже проиграл. Я сделал все, что мог. Я не знаю. Я когда в них целюсь и стреляю, они уже выпускают свой рой вот этих мелких ос. И мои пули разбиваются, а вот этот рой. Я делаю все, что могу. А ведь как эта шальная пуля сбила цистерну? Да как так? Я теперь так боюсь сбить цистерну, что... Для меня опасность представляют даже вот эти первые два дрона. Да что это было? Взрывай меня, бомба. Как можно тогда целиться и вот не взорвать то, что тебе не надо, если пули летят не туда, куда ты держишь прицел? Даже управление против меня. Я смогу. Я сделаю это. Я дитя 8-битных систем, поэтому я знаком со сложными ситуациями. Я не могу пробиться сквозь эти пули. Я не знаю, что здесь делать. Летит рой пуль, за роем пуль, роботы. Я не могу просто физически попасть по роботам, потому что их заграждают вот эти вот ихние красные пули. То есть мне надо предугадывать, куда они будут лететь или как? Как это работает? А чего сейчас эта цистерна упала? Слава богу, она упала куда надо, но от чего? Вот попали по мне. Да, я не очень меткий. По-моему, моей меткости хватает. Я не знаю, куда эти мелкие полетят. В этом вся проблема. Ну да.
пока я занимался тем, что снаряды отбивал, ко мне подлетел самый коварный боец ближнего боя. Еее, я взорвал цистерну. Запутался в выборе вот этих снарядов. Казалось бы, что... Ну да, фейл за фейлом от меня. Но игра слишком требовательная. Да что? Что вот это было? Игра слишком требовательная. И в мелочах, вот как, например, если после того, как ты перезаряжаешься, как я понимаю, у тебя первая пуля, как, если ты сразу же ее выпускаешь, она летит не туда. Но в таких мелочах игра сильно тебя подставляет, хотя ты стараешься. Забросали пулями, ладно. Другого выхода я не вижу, кроме как вот пытаться... Вот этой стратегии, которую я сейчас пытаюсь. Другой стратегии я не нахожу пока. Выбежать из-за укрытия я уже пытался, было очень плохо. Забавно, но здесь бы очень пригодилась прокачка. То есть... Больше патронов в обойме спасло бы меня. Но я прокачиваться не собираюсь. Их невозможно обоих убить. То есть этот чит вращается, это или идеальная тактика нужна. Но я так не смогу сработать. Или их невозможно убить двоих вот этих дронов за щитами. Я вот только что убил одного и сделал это довольно быстро. Значит, надо иметь дело по-любому с одним дроном. О, господи, опять. Опять кто-то подорвал цистерну. Ладно. Цистерна подрывается. Даже в таких мелочах не могу справляться. Летите сюда, давайте. Цистерна все равно сама по себе падает. Ладно, давайте сейчас я попробую не гнаться за этими, за убийством двух дронов вместо одного. Попробую убить одного дрона за щитом и подготовиться к полету вот этих вот двоих мелких.
подготовиться, просто прицелиться и ждать, когда первый мелкий появится, чтобы быстро в него выстрелить. Что такое? Я сейчас был за укрытием. В меня не могли сейчас попасть. Это было быстро. Неплохо я с ним справился. Это самая удачная моя попытка, наверное. Тот! Как меня только что достали? Я не понимаю эту игру. Укрытие, не укрытие. Укрытие не помогают. Что помогает, непонятно. Пули летят не туда. Сложность возрастает. Непонятно почему. Цистерна взрывается непонятно когда. Цистерна, кстати, целая осталась. Почему? У меня граната, кстати, есть какая-то, которую я не пойму, как использовать. И в меню управления нету кнопки использования гранаты. Почему-то, потому что... О, цистерна. И напоролся. А вы видели, бомба только что летела как-то криво. Я сейчас, наверное, таким нубом выгляжу. Куда вот эта пуля полетела? То есть надо отжимать правую кнопку мышки, чтобы первая пуля летела куда? Что это было только что? Я вот теперь понял, почему взрывается цистерна. Потому что моя пуля летит неизвестно куда. Ой. Понятно.
Еле-еле успел уничтожить одного дрона и налетели прямо на меня. Причем прям в меня влетели. А знаете, почему я реально не смог ничего сделать? Потому что я не смог найти свой прицел. То есть, серьезно, я искал свой прицел и не смог его найти. Мне кажется, просто потому что его не было. Он еще становится меньше, когда ты стреляешь. Специально, чтобы его не найти на экране. Что? В меня попали. На экране не было уже пуль. Чаек уже не поможет. Поможет чудо. Серьезно. Только чудо поможет мне сейчас победить. Я понял, как сделать, чтобы цистерна не взрывалась. Вообще не стрелять. Ни по кому. Пока не пройдет достаточно времени. Что? Опять? Это уже не весело. Игра из веселой превращается в совсем не веселую. Живу. Интересно, а вот это будет ко мне лететь? Нет, она остановится. Вау, можно так делать. Его, вот посмотрите, град пуль просто. Ну ничего нельзя сделать.